Здравствуйте. Можно? Да, да, присаживайтесь. Здравствуйте. Моя фамилия Семенов. Очень приятно. Меня зовут Алексей Александрович. Я врач-онколог. Очень приятно, Алексей Александрович. Меня прооперировали в другом учреждении. Удалили половину щитовидной... Не нервничайте. Все хорошо. Удалили половину щитовидной железы. Вот. И это случилось очень быстро. На самом деле, я пришел к врачу на прием. Буквально на следующий день меня госпитализировали, прооперировали, а через 2 дня выписали без каких-либо рекомендаций. И вот спустя 10 дней мне написал врач, который меня оперировал, и сказал, что мне зачем-то нужно обратиться к вам. Но я не совсем понимаю, зачем. Смотрите, я уже ознакомился с вашими документами. И судя по данным гистологического заключения от первой операции, вам показано лечение радиоактивным йодом. Но единственное, нужна повторная операция. Объясните, зачем нужна повторная? Не совсем понимаю. Потому что в первый раз операцию сделали не совсем в том объеме, который нужно было. Нужно удалять было полностью щитовидную железу. А подскажите, а почему тогда изначально был выполнен этот объем? Смотрите, на самом деле постфактум уже сложно судить, почему именно тот объем был выполнен. Сейчас мы уже имеем то, что имеем. И есть показания для лечения радиоактивным йодом по данным гистологического заключения. Я готов вам помочь в этом. То есть мне показано лечение радиоактивным йодом. Но я читал, что это достаточно серьезная процедура. Есть прямые показания? Да, конечно, есть прямые показания по данным гистологического заключения. От первой операции вашей, поэтому это необходимо сделать. Спасибо большое, мне все понятно. Тогда я могу идти? Я сейчас вам напишу все заключения, все дообследования, которые вам необходимо пройти. И уже свяжусь с вами потом, сообщу дату госпитализации. Спасибо, Алексей Александрович, до свидания. До свидания, спасибо. До свидания.